самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Ключевые вопросы трудоустройства мигрантов обсудили в Кукно. Интеграция систем 112 и Эроглонас ускорила спасение и оказание помощи тысячам автомобилистов. Нижегородская область бьет прошлогодние рекорды по количеству собранного урожая. Подробности далее. На площадке корпоративного университета правительства Нижегородской области прошла экспертная сессия «Импорт рабочей силы. Ключевые аспекты трудоустройства иностранных граждан». Специалисты обсудили ключевые вопросы трудоустройства иностранных работников из дружественных стран. В основном в нашем регионе иностранцы работают дворниками, грузчиками и строителями. При этом спрос на рабочие специальности остается высоким. Потребность в работниках есть и в сельском хозяйстве. Эксперты также обозначили проблему привлечения квалифицированных специалистов на предприятия и рассмотрели возможность открытия иностранцами собственного бизнеса. Экспертную сессию открыла министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева. Процесс трудовой миграции идет, и он будет продолжаться, поскольку, как вы знаете, у нас на рынке труда острая нехватка силы. На сегодня у нас более 76 тысяч вакансий, из них 64% – это по рабочим профессиям. Очень важно для нас выстроить диалог между бизнесом и государством, поэтому у нас сегодня представлены, с одной стороны, представители государственных структур, а с другой стороны это огромный пул работодателей промышленных и агропромышленных предприятий, которые готовы рассматривать иностранную рабочую силу. В дороге может случиться все, что угодно, и от этого, к сожалению, никто не застрахован. Вот только представьте, вам срочно нужно вызвать экстренные службы. Телефона под рукой может просто не оказаться. И для этого во всех современных машинах есть заветная кнопка. Она находится вот здесь вверху. Там даже написано «СОС». Достаточно нажать на кнопку, и сразу поступит звонок оператору ГЛОНАСС. В течение нескольких секунд налаживается контакт. Это выглядит так. Здравствуйте. Делаем тестовый вызов. Хотели сверить данные автомобиля и уточнить наше расположение. Помогите нам, пожалуйста, с этим вопросом. Наша машина... Марку, модель, цвет. Наша машина Ford, цвет синий. Данные по автомобилю соответствуют. Уточните, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Вы находитесь в Нижегородской области, город Нижний Новгород, улица Ульянова, в районе дома 8Б. Все верно, спасибо большое. Вызов отклоняю, всего доброго. До свидания. Экстренный вызов завершен. Оператор ГЛОНАСС передает сигнал по линии 112 в зависимости от того, каким экстренным службам необходимо прибыть на место ЧП. Скорая помощь, пожарная, полиция. Если водитель не отвечает, оператор это расценивает как вероятность, что человек может находиться без сознания. И тогда сигнал поступает всем экстренным службам с четкой информацией о местоположении транспортного средства и его данными. От ГЛОНАСС 112 оперативно поступает вот такая карточка. Тип срабатывания активации автоматически либо вручную. В данном случае ДТП это автоматическое срабатывание. Значит, автомобиль получил серьезные повреждения и смялся. Дальше мы видим номер терминала. Это телефон, на который мы можем позвонить в течение 20 минут после активации. Класс автомобиля, бензин, двигатель, дата и точное время происшествия, широта, долгота, координаты, адрес, привязка к месту происшествия, государственный регистрационный номер транспортного средства. Система может сработать и самостоятельно при серьезном ДТП. И это еще один важнейший плюс. Интеграция системы 112 Нижегородского региона и госинформсистемы Эроглонас ускорила спасение и оказание помощи тысячам автомобилистов, попавших в дорожно-транспортные происшествия на территории нашего региона. По статистике, за текущий только год было более 1400 вызовов получено через эту систему, а за полтора года взаимодействия двух систем более 3000 вызовов. За примерами далеко ходить не надо. В мае этого года о покушении на общественного деятеля писателя Захара Прилепина экстренные службы узнали именно благодаря срабатыванию системы ГЛОНАСС. Только спустя минут 10 стали поступать звонки от очевидцев теракта. Отечественную систему ГЛОНАСС в нашей стране в автомобилях начали устанавливать в обязательном порядке с 2017 года. И, как показывает статистика, не зря. Служба информации, Сергей Чеплягин, Василий Терехин.
У богородских аграриев сейчас самая жаркая пора. Каждая минута на счету. В колхозе имени Кирова на поле 30 гектаров идет полным ходом уборка картофеля, которая началась 6 сентября. Поздняя весна и начало лета выдалось в этом году засушливым, что вызвало у аграриев опасения за качество урожая. Однако обильные июльские дожди сыграли свою роль. И со слов аграриев, влаги хватило всем культурам. Урожай картофеля в колхозе имени Кирова в этом году высокий и по качеству отличный. По сравнению с прошлым сезоном, картофель более крупный. Зерновые культуры, такие как озимая и яровая пшеница, ячмень, овес, горох, уже убраны. Вместе с картофелем идет уборка третьего укоса люцерны. Сейчас в планах закончить уборку люцерны третьего укоса. Хотя мы уже, в принципе, все планы свои перевыполнили по зеленой массе. Вот. Но, тем не менее, нужно ее прибрать, и потом пойдем на уборку кукурузы. Если говорить в целом по Богородскому округу, в этом году получен высокий результат по всем сельскохозяйственным культурам, в том числе за счет благоприятных погодных условий. По зерновым культурам в округе собрано с 11 тысяч гектар 44 тысячи тонн валовой продукции. Урожайность составляет 40 центнеров с гектара. В сравнении с предыдущим годом это на 25% выше. Цены на продукцию растениеводства остались невысокие, на уровне предыдущего года. Напомним, в прошлом году они упали. По урожайности зерновых наш округ занимает лидирующие позиции. Мы в первой пятерке, это точно. Но у нас еще будет убрано 800 гектар кукурузы на зерно. И урожайность по району еще поднимется. Посмотрим еще. Что будет? Может, первое место займем, второе? По урожайности зерновых в Богородском округе лидирует ОАО «Буревестник», где урожайность достигла 50 центнеров с гектара. Также высокая урожайность в ОАО «Лакша», ОАО «Агрофирма Заря», ОАО «Искра». На следующий год уже сделан задел. Посеяно 5000 гектар озимых культур, в том числе 4500 гектар озимой пшеницы и 500 гектар озимого рапса. Со слов аграриев, культуры экономически выгодные. Яровой сев будет планироваться зимой. Надо отметить, в нашем округе большая часть сельскохозяйственных культур представлена кормовыми культурами, с которых в этом году получено 4000 тонн сена, 40 тысяч тонн сенажа. На сегодняшний день идет заготовка силоса. Уже заготовлено 38 тысяч тонн. Уже сейчас обеспеченность кормами составляет 35 кормовых единиц на условную голову скота при плане 30. Хороший результат по всем сельскохозяйственным культурам, поэтому, конечно же, специалисты, руководители и все работники сельского хозяйства этому рады. Работали не просто так, результат получен. Еще половину площадей кукурузы в полях убирают. Татьяна Харитонова, Наталья Киселева, Богородск ТВ. Хоккейный клуб «Торпедо» завершил выездную серию. После матча лидеров западной конференции «Локомотив Торпедо» нижегородцы играли в Череповце с местным хоккейным клубом «Северсталь». Интересное противостояние для болельщиков обеих команд. В этом сезоне главный тренер «Северсталя» Андрей Козырев, который, помните, был помощником Игоря Ларионова в его дебютном тренерском сезоне за «Торпедо». И нижегородцы на правах одного из лидеров Запада первыми открыли счет. Вот так в начале 7-й минуты оказался точен Денис Ян. 1-0, и это результат в пользу «Торпедо» так и сохранился до конца периода. Во втором периоде состоялся, как говорится, гол из раздевалки. Спустя 19 секунд с начала игрового отрезка Иван Кульбаков огорченно вынул шайбу из своих ворот. 1-1. И это еще не все северостальское чудо. Менее чем через полторы минуты Кульбаков опять вынужден совершить грустную процедуру, а «Торпедо» начал уступать в этой игре 1-2. Удивляться пришлось всем поклонникам «Торпедо» и через 8 с небольшим минут. Наши играли в большинстве, а «Северсталь» в итоге в меньшинстве увеличила отрыв в счете 3-1 в пользу череповчан. Однако за 4 минуты до сирены на второй перерыв торпедовец Фирсов исправил ситуацию. Вот так счет стал 3-2. Отрыв немного, но сокращен. И на этом о втором периоде закончено. В третьем периоде нашим хоккеистам удалось догнать хоккеистов «Северстали» и сравнять счет 3-3. Появился оптимизм на последние 9 минут третьего периода. Оптимизм реализовался в желании победа вместе с забитым голом Дениса Яна. 4-3. «Торпедо» второй раз в игре вышла вперед. В концовке «Северсталь» бросила на отыгрыш шестого полевого, но финишная агония хозяевам не удалась. 4-3. Грамотная и нужная победа, хотя понервничать все же пришлось. Нижегородские торпедовцы после 4-матчевого выездного турне возвращаются в Нижний Новгород. В субботу, 14 октября, «Торпедо» принимает московский «Спартак». Начало игры в 13:00. Болеем за «Торпедо». Служба информации, Владимир Смирнов.